занятию стрит-воркаутом приобщается все больше и больше людей. Этим спортивным движением в хорошем смысле слова заражены многие ребята, как в мегаполисах, так и в небольших провинциальных городах. В Димитрове соревнования по стрит-воркауту провели впервые, а для участия в них съехали спортсмены из соседних населенных пунктов. Эти соревнования проводятся впервые в городе Димитрове. Это по стрит-воркауту. Молодежь сама проявила желание провести эти соревнования. Благотворительный фонд социально-экономического развития города поддержал, и городской совет поддержал эту идею. И как это ни парадоксально, многие ребята узнали об уличном виде спорта стрит-воркауте не на улице, а из интернета. Вот такой этот 21 век. Увидел видео в интернете, понравилось, начал повторять. Ну, такое, с этого все начиналось. Ну, год занимаюсь, сейчас уже более-менее научился, учусь там посложнее что-то делать. Всего в турнире приняло участие около 50 человек. Почти все парни атлетического телосложения. Стрит-воркаут – это отличный способ улучшить свою физическую форму. Об этом ярко свидетельствуют рельефные мышцы участников турнира. Я раньше сильно худой был, так сейчас получше стал. До того, когда я занимался стрит-воркаутом, я подтягивался 5 раз. А когда начал подтягиваться 15. Я был сначала сильно захлебом, но развилось немножко. Груду мышц спортсмены получают благодаря тому, что не ленятся, а стремятся работать над собой и развивать силу и выносливость. К тому же, в отличие от бодибилдинга, этот спорт не требует никаких денежных вложений. Вышел себе во двор и занимайся на здоровье. Около 2 лет назад увлекся занятием спортом на турнике. Почему на турнике? Потому что очень доступный вид спорта. И показать, что можно достичь довольно-таки высоких результатов не в каких-то там качалках, которые нужно абонемент платить, а просто на турничках. Ничего сложного, просто нужно упорство и выделять время на это. Хотя бы немного, но каждый день. И можно достичь успеха. Любой дом приходишь, там стоит площадка, стоят турники. Не нужно платить деньги, много свободного времени, знакомства, правильный образ жизни. Ребята, которые занимаются стрит-воркаутом уже не первый год, подтверждают, что этот уличный вид спорта набирает популярность очень быстрыми темпами. И это не может не радовать. Мы с друзьями, 2-3 человека всего были на турниках, как бы не продвинуто это движение было. Сейчас, 2 года прошло, набирает этот оборот движения. Как бы людей много стало на площадках, спортсменов. Приятно посмотреть, что мальчик занимается, есть соперничество. Впрочем, на турнире парни вели себя совсем не как соперники. Спортсмены, занимающиеся стрит-воркаутом, дружный народ. Поэтому атмосфера на площадке была такой же. Ведь этот вид спорта, в котором нет тренера. Поэтому разнообразные трюки и элементы ребята осваивают вместе и всячески поддерживают друг друга. Мы друг друга учим, кто что умеет. Один научился там. Один элемент, другой. Мы друг друга учим так. Меня подтолкнул это мой друг Рома. Это было 2 года назад или 3, когда я не смог ни разу потянуться. Он меня заставлял залазить на турник. Ну и так получилось, что начал заниматься воркаутом. Сейчас это для меня это как стимул жизни. Самому младшему участнику было всего 10 лет, но на площадке были ребята и помладше. Они, кстати, совмещали приятное с полезным. Наблюдали за событиями турнира и тренировались одновременно. Когда я вырасту, я буду участвовать на соревновании. Наибольший восторг у зрителей всегда вызывает фристайл. Участники турнира кто как мог развлекали публику захватывающими трюками. Юрий Пинчук, выполняя этот элемент, умудрился даже помахать руками своим знакомым. Не, поначалу качал, чуть голову не разбил первый раз. А потом привык, нормально все. За полчаса научился. Девушки, кстати, тоже могут заниматься стрит-воркаутом. Димитровские барышни, правда, пока еще не готовы принимать участие в соревнованиях, но уже начинают подключаться к тренировкам. Очень интересно, аж мурашки по коже бегут, честно, и как бы адреналин зашкаливает. Димитров не только мальчики занимаются спортом, но и девочки, но многие сегодня постеснялись прийти, как бы в основном только мальчики участвуют. А победителем турнира в младшей возрастной категории был признан Юрий Пинчук. Средний лучшим стал Олег Жижерун. А в старшей победу присудили Саше Стуканову. Стрит-воркаут помогает стать лучше, проверено этими ребятами. Как говорится, стоит только захотеть.